прошла медсестрой, 4 войны, начиная с Римско-Японской, заканчивая... В президентском полку, сейчас второе высшее образование получает, и он тоже снимает вот все эти проекты, делает. И наше время. Да. То есть нам не нужны ни деньги, ни время, ничего. Вот сегодня символично то, что сегодня тоже большой такой день среди православных. Так, ну тогда это вот так надо сделать. Да, 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 да. Чтобы видели, да, нет. Взорвались цистерны, и море огня фашистский Берлин охватило. Мы помним о вас, дорогие друзья, за вас эту ночь отомстили. Я умру, замерзнув на нетопленной печи. Мечтал я по-солдатски умереть в разгуле ураганного огня. И я выходил босоногий из комнатной духоты и видел, бежали дороги под светом неверной звезды. Пустынная полночь. Ты пьешь вино, я воду пью. Ты пьешь коньяк, я горечь пью. Ты хвалишь то, что я броню. Ты продал честь, я честь. Можно специально посетить проекту «Университет» от зависимости. Спасибо вам огромное, большое вам спасибо за то, что вот... Вы так трудно. Спасибо вам за то, что вы организовали вот такой вот конкурс. Память. Нам нужна память, чтобы никогда не забыть все, что происходило с нашей страной. То, что столько людей, молодые, красивые, не любившие, не знавшие, семью, любовь погибли и спасли этот мир, весь мир. И они, я подчеркиваю, от чумы, от фашизма,